мне нужен там более высокий уровень, чтобы транслировать более там значимые, скажем так, смыслы. Вот. И здесь я по максимуму вот получила этот заряд, да, и структурировала все свои знания, да, которые у меня были, и понимаю, что действительно очень правильное решение было о том, чтобы приехать сюда. У нас сейчас аудитория, во-первых, становится более искушенной, да, аудитории нужно что-то новенькое, нужно что-то такое, чтобы ее зацепило и погрузило в процесс, вот, и люди не всегда способны информацию воспринимать вот-вот поданную стандартными традиционными способами. Вот. Начиная от подростков, с которыми я в основном работаю, молодежь, взрослые, да, и для того, чтобы изучить эти новые способы трансляции информации, погружения в нее. Я почитала о тренерах, и я поняла, что это очень высокий уровень профессионализма у этих людей, и я, собственно, получила этому подтверждение абсолютно на все 100%. У них очень четко структурирована вся информация. Вот мне не хватало как раз именно структурирования. Видно, что они настолько глубоко прорабатывают все, и они, скажем так, на каждую малейшую деталь обращают внимание, да? Для них все очень важно. То, что они дали, ну, в общем, понимание структуры тренинга, понимание того, что нужно обращать внимание на маленькие детали, на любые, и, ну, большой багаж упражнений, которые можно модифицировать под себя, под свою тематику.